Вот лагерь Стан идет у нас на богослужение воскресное. Сегодня 3 июля 2016 года. Тимофей у нас что-то отстал. Что отстал, непонятно. Вон деревенские идут тоже в храм. Радуются жизни. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Это наш храм деревенский. Все начинается с малого. А вот. Можешь остаться потому что второй условие будет. Нет, это другой, от президента. Мы сюда приходим в 12 лени. В школу, да? Да. Почему в школе? Я не знаю. Мне на дом придем? Надо. Надо документ составить. А в школе мы не говорили. И провести, я имею право назначать воспитателя, он остается старшим, а этот временно исполняющий, ну и вас воспитателями. Так что у меня проблемы остаются. Витя не спишешь никак, у него стаж. Саша. Клин Чугункин. Не уйдешь от нас. Чуть так бежим к нему. Доброе утро. Здорово. Доброе утро, бля. Ураган, ураган, не знаю, кто не знает.